В эфире программа «Вопросы и ответы». Меня зовут Марина Кабатюк. Здравствуйте. Сегодня я предлагаю поговорить о здоровье. У нас в гостях представитель Елатомского приборного завода по Карелии Катерина Перкатова. Катерина, добрый день. Здравствуйте. Катерина, ну давайте, наверное, начнем с того, что напомним нашим телезрителям, что такое Елатомский приборный завод, какую продукцию он производит. Елатомский приборный завод – это бывшее оборонное предприятие. Образовано в 1980 году в Рязанской области, город Елатьма. И с 92 года вот занимаются выпуском физиотерапевтических аппаратов. Ну, то есть вот вы на рынке уже, получается, более 25 лет. Да. Да? Да. Ну, какая продукция? Ну, вообще более 100 наименований, то есть начиная от баночек от анализов, для сбора, заканчивая мебелью медицинской. Ну, конечно же, большую часть занимают именно физиоаппараты. То есть это не только магнитотерапевтические аппараты, это и тепловые, и комплексные. А раскройте секрет, а почему они популярны? Почему вот эта физиотерапия, магнитотерапия, как вы сказали, почему она пользуется популярностью сейчас у людей, в чем ее преимущество? Ну, вообще магнитотерапия, конечно, это природный фактор. И у нас как-то больше к медикаментозному лечению у нас подвигают, да, вот. Но хотелось бы сказать, что, наверное, медикаментозное лечение, оно имеет свои и побочные эффекты, и привыкание. А магнитное поле, оно не имеет такого эффекта привыкания. И магнитотерапия, она, в общем-то, имеет наименьшее количество противопоказаний. Но вот чтобы использовать эти аппараты, да, то есть они предполагаются, что человек использует их дома. Нужно ли иметь там медицинское образование? Конечно же, нет. То есть, в общем-то, все наши аппараты, которые продаются в специализированных магазинах, в аптеках, довольно-таки просты в обращении и не требуют специального обучения. То есть достаточно прочитать инструкцию, да, все понятно. То есть мы, прежде чем купить аппарат, естественно, мы почитаем показания. Противопоказания тоже, хоть их и мало, но они есть. Вот. И в руководстве, в общем-то, все описано. Описаны курсы, сколько курс дней, сколько времени по времени, куда прикладывать. То есть, в общем-то, все. Ну, давайте, наверное, начнем разбираться. Ну, я предлагаю начать с самого первого аппарата, который был выпущен заводом. Что это за прибор? Наш аппарат, гордость наша, «Алмак-01». Магнитотерапевтический, вот как раз-таки это магнитотерапевтический аппарат, бегущим импульсным полем. Вот мы видим с вами 4 плоских магнитных индуктора. В общем-то, почему «Алмак-01» у нас такой самый любимый, наверное, народом, потому что, в общем-то, народ и придумал такое, что где болит, туда и прикладываем. Угу. Вот. Очень удобно им суставы оборачивать, да, то есть за счет того, что гибкие перемычки. То есть вот именно точечно, где ты испытываешь боль, туда, да, допустим, болит, да, допустим, болит вот там локтевой или вот сустав. То есть мы просто взяли, обернули, зафиксировали, включили в розетку и все. И сидим, смотрим телевизор. Да, допустим, и сидим, отдыхаем, смотрим телевизор. Или же положили на воротниковую часть, или же замечательно можно на нем засыпать, поскольку, mm-hmm, да, магнитотерапевтическое, магнит вообще, магнитное поле, оно имеет седативный эффект. Вот. И поэтому, конечно, если мы положим его на кровать, ложимся на него, включаем в розетку и опять же засыпаем. А это не опасно? Абсолютно не опасно, поскольку выключается аппарат сам, то есть он привязан к таймеру, через 20 минут он выключается, и, соответственно, мы не получим никакой передозировки, и привыкания к магнитному полю тоже нет. Что, в общем-то, нельзя сказать о медикаментозных каких-то, ну да, препаратах. А какие показания вот у него к применению? Более 60 наименований на самом деле. То есть это, как я уже говорила, и суставы, это и артриты, и артрозы, венозные заболевания. Кстати, очень важно, поскольку, вот, например, при тромбофлебите там очень много противопоказаний. То есть нельзя, например, ультразвук делать, да. А как раз-таки магнитотерапия, она показана. И поэтому при тромбофлебите, которое у нас довольно-таки распространенное заболевание, да, магнитотерапия, в общем-то, спасение. А ограничения по возрасту есть ли у этого прибора? Ну, практически нет. Там,
Вообще, как бы мы говорим от года, да, то есть от года полутора, поскольку, ну, маленькие детки, я думаю, что не стоит. Дозировано там, наверное. Да, да, как-то дозировано, хотя, в принципе, если ребенок ушибся, какой-то ушиб или, не дай бог, перелом, то, в общем-то, алмагом воспользоваться можно понемножечку. В общем, и старый млад, наверное, может его использовать. Поэтому у нас говорят, что это семейный доктор, в общем-то, семейный аппарат для всей семьи. У нас есть небольшой сюжет, давайте мы посмотрим, а после чего вернемся в нашу студию и продолжим обсуждение. Ежегодно в Москве в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится Российская неделя здравоохранения. Более 40 тысяч специалистов из всех регионов России и всех стран посетили ее в этом году. Среди них были представители компании «Еламед», одного из ведущих отечественных производителей медицинской техники. Все наши аппараты, они пользуются спросом как у потребителей, так и у специалистов в лечебно-профилактических учреждениях. «Алмах-01» – это наш, ну, бесспорный лидер продаж. Уже производится нашим заводом более 10 лет и хорошо зарекомендовал себя, ну, у многих россиян, и не только у россиян, а и у других жителей других стран. Данный аппарат, он позволяет лечить такие заболевания, как артрит, артроз, подагру, вегетососудистую дистонию. Ну вот это видеоматериал по поводу «Алмаг-01», но существует еще «Алмаг-02». В чем их разница? У «Алмаг-02» это уже компьютеризированный аппарат. Угу. То есть там 79 специально разработанных программ. То есть это, как я люблю говорить, что физиопроцедурный кабинет на дому. Соответственно, там и заболевания уже такие сложные, как коксартроз, лимфостаз, гипертоническая болезнь, осложнение сахарного диабета, болезнь печени. То есть, в общем-то, там, где «Алмаг-01» уже не справится, поскольку у «Алмага-01» импульс, магнитный импульс всего лишь 8 сантиметров, то у «Алмага-02» он уже 18 сантиметров. То есть, как бы, как раз-таки, если взять тот же коксартроз, где мы знаем, что это забедренный сустав находится довольно-таки глубоко, вот, то «Алмаг-02» как раз-таки его и достанет. Вот, поэтому... Но даже чисто внешне он гораздо больше, да? То есть для чего это сделано? Да, ну, можем увидеть с вами, что здесь, если я говорила «Алмаг-01», 4 магнитных индуктора, катушечки, то у «Алмага-02» их 24 в общей сложности. 3 вида излучателя. То есть там локальный, основной и еще гибкая линейка из 6 плоских также магнитных индукторов. Ну и, как я говорила, что 79 специально разработанных программ для лечения каждого заболевания. И в каждую программку заложено свое поле, то есть они разные, своя сила, то есть, в общем-то... Что говорят пациенты? Насколько удобно, вот, несмотря на то, что он достаточно такой объемный, большой, но тем не менее, удобно ли им пользоваться? Очень просто, на самом деле, им пользоваться. То есть он устанавливается. Его можно просто установить где-то статично, да, на, что многие наши покупатели делают. Где-то выделяют столик, его устанавливают, и чтобы его уже не трогать, им пользуются. Ну, в принципе, можно его также воспользоваться, убрав в коробку. То есть ничего сложного в этом нет. Вот, подробное руководство, опять же, то есть мы открываем руководство, находим свое заболевание, там уже указывается программа, которой мы работаем. Для удобства, кстати, поскольку курс там не менее 10 дней, то есть от 10 до 20 дней, да, курсы, и для удобства, чтобы нам каждый раз не листать, не искать программку, то есть функция памяти. Mm. То есть мы с вами сегодня сделали процедуру, аппарат отложили. На следующий день мы включаем аппарат, и мы видим уже свою программу. Катерина, скажите, пожалуйста, ну это вот уже такая профессиональная действительно техника, оборудование. Да. Используют ли ее медицинские учреждения? Да, хороший вопрос. Конечно же, его используют. Есть «Алмаг-02». Замечательно пользуется спросом во второй поликлинике. Спасибо им за это. И очень много
желающих попасть на этот аппарат. И, кстати говоря, даже наш Алмак-01 очень хорошо используют в нашем травмпункте. То есть все-таки специалисты оценили его по достоинству. Да. Какие еще новинки есть у вас на сегодняшний день? Замечательная новинка, уже, в общем-то, больше года используется, Диамак, так называемый Алмак-03. Все, что связано с сосудами головного мозга. Очень хороший помощник в реабилитационный период после инсульта. Также хорошо помогает при мигрениях. Причем все мы с вами знаем, что мигрени никто не лечит, но именно вот как-то вот облегчить, вот этот, облегчить период вот этих приступов мигренозных, как раз-таки замечательно справляется Диамак. А если проработать курс, то со временем приступы приходят реже и не такие сильные. И еще замечательная функция есть дополнительная, это для тех, кто страдает расстройствами сна. А чем вообще опасна бессонница? Вот почему ее все-таки врачи рекомендуют лечить обязательно? Ну, вообще бессонница, конечно, влияет на сердце. И люди, которые постоянно подвержены стрессам, соответственно, они страдают бессонницей, и то есть учащается сердцебиение, повышается давление, то есть все вот такие негативные факторы, они, конечно, очень плохо влияют и отражаются. Вот как раз-таки Диамак помогает, поскольку он имеет очень хорошее седативное действие. Вот, и транскраниальная вообще вот магнитотерапия, оно, то есть влияет как бы вот сосудорасширяющее, противовоспалительное действие. Но с ним можно также вот прилечь отдохнуть или все-таки надо сделать процедуру? И... Зависит от процедуры. То есть если мы с вами выбираем процедуру именно для того, чтобы нам поспать хорошо, то мы просто надеваем оголовье и ложимся. Включаем программку и ложимся. То есть также по такому же принципу, по таймеру он выключится? Да, он сам выключается. То есть если человек уснул, ничего страшного. То есть проснулся, выключил, все в порядке. И если же это процедуры, которые связаны реабилитационный период после инсульта, или же это против мигрени, соответственно, человек может сидя. Ну, или лежа, то есть тут, в общем-то, фактор не влияет. Ну, инструкция вам все подскажет. У нас есть, опять же, видеоматериал, который нам рассказывает о аппарате Диамак. Давайте посмотрим и вновь вернемся в нашу студию. Ежегодно в Москве в комплексе «Экспоцентр» проводится Российская неделя здравоохранения. Компания «Еламед», производитель всем известного аппарата «Алмак» и лидер отечественного рынка в этой отрасли, представила свою новинку – портативный аппарат транскраниальной магнитотерапии «Диамак». Современные методы физиотерапии с каждым годом развиваются и совершенствуются. Исследования в области применения магнитотерапии при лечении заболеваний головного мозга велись больше 10 лет. И вот сейчас появилась уникальная возможность с ее помощью лечить мигрень, бессонницу, последствия перенесенного инсульта, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Аппарат Диамак – это новинка, которая не имеет аналогов в мире. А низкочастотное магнитное поле аппарата способствует ускорению капиллярного кровотока, восстановлению тонуса внутримозговых сосудов. За счет этого улучшается кровоснабжение мозга, повышается его устойчивость к недостатку кислорода и мягко снижается давление. В эфире программа «Вопросы и ответы». Мы продолжаем разговор о здоровье. Я напомню, в нашей студии представитель Елатомского приборного завода по Карелии Катерина Перкатова. Катерина, ну вот некоторые аппараты мы уже с вами обсудили. Давайте еще раз расскажем о популярном среди мужчин аппарате под названием «Мавит». Он у вас с собой. Да, вот так выглядит. Это уже комплексный аппарат, если мы с вами до этого говорили, Алмак-01, Алмак-02, магнитотерапия, здесь у нас уже комплексный, то есть который работает тремя факторами в комплексе. Это магнитотерапия, тепло и вибромассаж. Угу. Показания? Показания, конечно, это все, что связано с простатой. То есть это хронический простатит вне обострения, даже на фоне аденомы. Это и дисфункция эректильная, в общем-то.
Но вот зачастую мужчины, наверное, стесняются обращаться к специалистам, стесняются какие-то процедуры проводить в медучреждениях. Вот это, наверное, хорошая альтернатива, когда можно дома, да? Насколько вот она востребована действительно? Ну, вообще, мужчины у нас приходят, как бы спрашивают, в общем-то, пользуются популярностью. Единственное, что, конечно, немногие знают об этом, поскольку рекламу у нас мужчины мало смотрят. Вот. Но в аптеке, например, когда покупают препараты лекарственные, фармацевты как раз-таки предлагают МАИД. И это очень хорошо, поскольку самое лучшее, в общем-то, эффективное лечение – это комплексное, в комплексе с препаратами. Эффект достигается, наверное, быстрее? Да, конечно, эффект достигается быстрее за счет того, что микроциркуляция крови, она ускоряется при влиянии магнитотерапии. Вот. Ну и хочу сказать еще, что очень хороший терапевтический эффект вообще. То есть такой стойкий после первого же курса. А курс он небольшой, он там 8 дней буквально. А повторяется при надобности там через месяц-два. Вот. Поэтому, в общем-то, очень удобно на дому делать такую процедуру интимного характера. Я думаю, мужчинам это... Обязательно нужно заботиться о своем здоровье и не стесняться об этом говорить со специалистами и с врачами. Катерина, ну вот еще сейчас, наверное, самая острая проблема – это, конечно, эпидемия гриппа. В Карелии она уже зарегистрирована. Мы знаем, что несколько учебных учреждений закрыты на карантин. Что может предложить ваш Елатомский завод для того, чтобы защититься от гриппа, от вируса, себя, своих близких? Теперь мы можем предложить целых два аппарата. Раньше у нас был вот такой маленький, наша замечательная фея, так называемая носогрейка, вот, да, которая имеет три режима тепловых от 40 до 50 градусов. Ну и можно было фиксировать, то есть и носик, и тонзиллиты можно было прогревать, и даже при желании ушко. Но теперь... То есть это профилактика или именно лечение? Вообще это тепло, просто сухое дозированное тепло. То есть это не только профилактика, это и лечение. Если мы вспомним, как раньше нам солевые мешочки, да, яйца. Да-да-да, все вот это. Вот, в общем-то, здесь удобство в том, что мы можем регулировать температуру сами. И это показано школьникам, детям, да? То есть это буквально сказать... детям от годика можно пользоваться феей. Также беременным женщинам, кстати, которым у нас очень много противопоказаний во время периода. Да, которым лекарства... Да, вот, вот носогрейка. Но я бы хотела рассказать еще о таком аппарате, как Унилор. Это новинка. Это наша абсолютная новинка. Но она уже есть в наших магазинах и аптеках. Здесь есть и фея, элемент нагревательный, да, от феи. Работает она вот таким вот образом. То есть вот наш блок питания такой же, как у феи. Мы включаем его в розетку. Так, вот у нас загорелась лампочка. Подсоединяем. Вот у нас полноценная фея с теми же тремя режимами, да? Если у нас, допустим, болит ушко, то есть надо прогреть область уха, то есть мы подключаем вот такой нагревательный элемент. Он надевается, да? Да, крючочек вот такой надевается, как напоминает слуховой аппарат. Также три режима рабочих. Вот, также можно хорошо прогреть ушко. Очень удобно. Да? И самая замечательная новинка – это вот такой облучатель. Сейчас я его продемонстрирую. Так, что-то комплексный. Загорелось? Да, вот такая красота у нас загорелась. Это красный монохромный импульсный свет. Причем в комплексе с магнитом. Так, для чего? То есть вот такой вот комплексный аппаратик, он у нас как раз-таки, если мы феи, допустим, мы не можем помочь при ринитах аллергического характера. Так вот, как раз-таки вот такой облучатель с монохромным красным светом замечательно справится с этой проблемой. Вот такая у нас новинка. В общем-то, показания практически те же, что и у феи. То есть это лор-заболевания, это синуситы, риниты, фронтиты. Тонзиллиты. Но... Каким образом? Он прикладывается просто, да? То есть или как? Совсем забыла показать. Вот
таким образом. Вот такие насадочки. Вот у нас одинаковые такие. Вот такая насадочка, это для носика. То есть мы вставляем. То есть вставляется так? Да, вставляется в носик, держится. Вот, и получаем процедуру. И вот такая насадочка у нас идет для уха. То есть комплексно. И в наборе идет вот по три таких каждой насадочки. То есть для уха и для носа. То есть, в общем-то, это семейный аппарат, да, для семейного пользования. Ну, то есть вот сейчас, если мы почувствовали первые уже какие-то там сигналы недомогания, если все кругом заболели, мы берем этот аппарат, вооружаемся, конечно, и нам не страшны. Профилактика самое главное. То есть лучше предупредить. Да, предупредить болезнь, чем... Ну что ж, Катерина, спасибо, это было любопытно. Давайте, может быть, для наших телезрителей, для тех, кого заинтересовала эта информация, но остались вопросы, скажите, где можно получить консультацию, где можно прийти с вопросами, где вот обсудить уже, может быть, лично какие-то моменты своего здоровья? Хотела бы напомнить, что на каждом аппарате и на коробочке, и в руководстве есть телефон бесплатной линии горячей, абсолютно бесплатный. Причем круглосуточный, то есть можно позвонить и вам ответят на любой вопрос. Также консультацию можно получить в магазине специализированном, в аптеке. И хотела бы, конечно, сказать о наших партнерах. То есть это, конечно же, линия здоровья Володарского 3, это Мир здоровья и красоты Горького 25, торговый центр Гоголевский. Это наши аптеки, сеть аптек Фармакор, Невис. К нам теперь еще присоединились социальные аптеки, что очень радует. Две аптеки премиум и две аптеки семейные. Очень хорошо. Я думаю, что у кого возникли вопросы, те обязательно отправятся в перечисленные вами аптеки и торговые заведения. И также можно звонить. Звонить можно прямо сейчас. Катерина, я благодарю за то, что вы пришли к нам, рассказали все подробно. Желаю вам удачи и здоровья. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в эфире была программа «Вопросы и ответы». У нас в студии был представитель Елатомского приборного завода по Карелии. Мы желаем вам здоровья. Берегите себя.